На еженедельном совещании главы Чувашии сегодня обсудили, как работала промышленность 11 месяцев и насколько исполнен бюджет республики. Опасения по поводу того, что экономика республики будет испытывать серьезные трудности в 2015 году, в целом не оправдались, заявил на совещании глава Чувашии. Михаил Игнатьев отметил, что год завершается неплохо. В целом, если комплексно оценивать, у нас результаты практически неплохие. Могли лучше работать? Конечно, можем, есть потенциал. По данным Министерства экономического развития, индекс промпроизводства за 11 месяцев составил 95%. К концу года специалисты прогнозируют почти 97%. Рост обеспечили пищевая, химическая, целлюлозно-бумажная промышленности, производство резиновых изделий и металлургия. Успешно идет реализация программы импортозамещения. Происходит не только комплексное импортозамещение конечного продукта, но уже мы внутри этого продукта заменяем импортные комплектующие. Хотел бы привести ряд примеров. В частности, завод «Химпром» наш, резинохимикаты, используемые в шинной промышленности, сегодня заменяют производители Китая и Словакии. Ткани спецназначения ранее производились на Украине, сегодня это производители предприятий Чувашской республики. Восковольтные частотно-регулируемые приводы, если раньше поставляли «Симонс», «Тошиба» и «ББ» в адрес «Транснефти», то сегодня это электропарадный завод. Завод «Электроприбор» заместил таких производителей, как Ереванский, Харьковский ролейный завод. Наши предприятия, многие сегодня поворачивают крен в сторону оборонки. Это прежде всего электротехнический кластер. Вот, и не только судостроение, там и ПВО, там и авиация. И поэтому я думаю, что следующий год, несмотря на сложности, трудности, он у нас ожидается более эффективный, чем 2015 год. С ростом в 1,5% к уровню аналогичного периода прошлого года, по данным Министерства финансов Чувашии, исполнен и республиканский бюджет – 33 миллиарда рублей. По собственным налоговым и неналоговым доходам в объеме 19,5 миллиардов. Снизился уровень безвозмездных поступлений на 400 миллионов рублей. Есть проблемы с освоением бюджетных средств. Не осваиваются субсидии с федерального бюджета. Это на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, взятым малыми формами хозяйственными, на сумму 91 миллион рублей. Если в 2014 году было взято кредитов малыми формами около 3,5 миллиардов рублей, то в 2015 году 1,5 миллиарда. То есть мы перекредитованность очень высокая, здесь никуда не денемся. В дорожном фонде освоено только 7% выделенных на строительство транспортной инфраструктуры этноэкологического комплекса «Ясно». Почти половина выделенных средств затрачена на строительство и реконструкцию автодорог регионального и межмуниципального значения. Основные затруднения возникают при подготовке документов и несвоевременном обеспечении софинансирования. По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Владимира Доброхотова, до конца года большинство средств должны быть освоены. Татьяна Молкова, Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков, Республика.